Работают профессионалы. Спасатели Малибу практически. Ветераны показывают мастер-класс, как надо работать. Ремонтируют нам ворота. Дядя Коля и дядя Юра. Вот. Большое спасибо. Я бы, конечно, в жизни не справился бы с такой сложной работой. Вот, они нам помогают. Профессионалы. Профессионалы, а чего? Конечно. Смеются. Я водитель. Водитель и... Я мочу, что Николай Андреевич у нас мастер на все руки. Дядя Юра все срезал, а дядь Коля все сейчас приварит. Вот вторая серия. Дядя Юра, дядя Коля, два профессионала. Вторая часть. Николай Андреевич. Николай Андреевич наш. И Юрий Николаевич. Мы земляк из Краснодара. Первая школа. Шестая школа. Еще? Вот они, ветераны. Не стареет душой ветеран у нас. Генератор бедный. Генератор бедный аж. Совет Матищев. Советуется какой-то... Вот одно удовольствие смотреть, как профессионалы... Ну, немножко здесь удобно, наверное. Да. Главное вот, я говорю, мастер. Все надо вынуть, а то если вот чуть перетянет, его потом не вынуть. Ты думаешь, если чуть потянет, в космос запускают, прям в космос. И тогда убивать не будет. Ну, на базу что, там природа. Кривой ватарь, да? Я знаю. Это где-то какая-то